Чехии в четверг отмечали 27-летие бархатной революции, падение коммунистического режима в стране. В этот день в Праге прошло более 30 различных акций и памятных мероприятий, и это значительно больше, чем в прошлые годы. Премьер-министр Богуслав Соботка и другие политики возложили цветы к мемориалу, посвященному студенческим демонстрациям 17 ноября 1989 года. Система демократии оправдала не все наши ожидания того времени. Тем не менее, это был правильный выбор. Думаю, чешское общество преодолеет политические трудности. Очень важно оставаться сплоченными. Президент Чехии Милош Земан в мероприятиях не участвовал, но незримо присутствовал. Акции против него прошли в Праге в этот же день. Пророссийский президент открыто высказывался против принятия мигрантов, что неоднократно служило поводом критики. Я стыжусь своего президента за его поведение и высказывания. Это международный позор. Бархатная революция 1989 года началась со студенческих протестов и привела к падению коммунистического режима и первым свободным выборам в стране.